Это интро без писосов, но про лайки. Ставишь лайк, и ты охуенный, бро. Йоу, всем привет, братишки и сестренки, с вами, как всегда, Шумору, добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive, и сегодня, ребята, я подготовил для нас 777 число, и это кейсы 777, ребята, я все пытаюсь выбить что-нибудь из Гидры, все пытаюсь выбить что-нибудь из Спектр, по которой, в принципе, в апреле выдал нам 3 ножа, ребята, и также сегодня я решил взять кейс, который, в принципе, давненечко не открывал. Называется он, естественно, охотничий кейс, ребята, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Может быть, мы сегодня сделаем еще какой-нибудь крафт, если нас, скажем так, порадует Габен каким-нибудь хорошим-хорошим ламповым дропом, ребята. Ну что, давайте начнем со спектра. С того самого спектра, который 3 ножа в стиме в апреле мне принес. А сейчас он, наверное, ничего уже не приносит, как я и говорил, блин, а июнь все-таки не оправдал ожиданий, как мы видим, ребята. Да, конечно, Габен выдает розовые песосочки там по 1500 рублей и так далее, но это же не то, ребята, это же все не то. Нужно же что-то серьезное, нужно что-то помощнее, Габен, нужно что-то тайное. Либо уже пора ножик какой-нибудь расчехлять, новенький, свеженький, какой-нибудь красивенький, вкусненький, я не знаю. Но, видите, ребята, синька за синькой падает, и это непонятно мне абсолютно. Это абсолютно мне непонятно. Десерт игл, офигеть, оксидное пламя, ребята, 3 штуки прокнуло подряд. Это же просто дичь какая-то. 3 штуки оксидного пламени, ребята, один за другим. Оба-на, стат-трек МАК-10, последнее погружение. А вот это уже неплохо, еще и прямо с завода. Что-то я заметил, что в стиме стало прокать качество прямо с завода на стат-трек песосочках. Я не знаю, с чем это связано, но, видимо, есть в этом какая-то логика у Гейба. Может быть и есть, а может быть и нет, хрен его знает. Главное пробовать, ребята, надеяться, верить и действовать. Чё там, судак? Судак, если ты не мудак. Так, судак, судак, да, значит. 4, сколько у нас? 6 синик, 1 фиолка, ребята. Так у нас открывается спектр. Давайте посмотрим, что нам предоставит гидрокейс. Может быть, гидрокейс победит спектр кейс сегодня, а может быть, охотничий вообще всех сдернет. Так, стат-трек ТЭК-9, трафарет, неплохо. Неплохо, стат-трек синьку я люблю, на самом деле. Это довольно хороший результат, это наравне с фиолочкой, поэтому, в принципе, я рад стат-трек синечки. Всегда можно скрафтить офигенный интересный песосик какой-нибудь. Но что-то сегодня как-то, ребята, как вы видите, даже розовый не пролетает. Это очень и очень и очень странно. Так, USPS калечка выпадает. Я чувствую, что может что-то выпасть, ребят, на самом деле. У меня есть чуйка. У меня есть чуйка, что может сейчас как прокнуть что-нибудь просто насыщенная вода. Насыщенная вода — это ерунда, ребята. Это говна кусок, это нам не нужно. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, еще одна фиолочка выпадает нам. Уже 2 фиолочки у нас. Итого, пока, в принципе, Спектр Кейс побеждает Гидру во все дырочки и, соответственно, не дает ей шанса, как говорится, ребята. ТЭК-9 трафарет выпадает. Так, и еще один шанс. Ну давай, ну давай, ну прокни мне в перчатку, пожалуйста. Ну прокни, Габенчик, в перчатку разочек. Нет, ни хрена. Выпадает калька, говна кусок. Ладно, идем дальше, открываем охотничий кейс, смотрим, что здесь. Охотничий кейс я давно не открывал, поэтому, в принципе, мне кажется, что дропецкий отсюда может посыпаться. Но все это лишь предположение, поэтому здесь нужно действовать, как говорится, пробовать и хладнокровно охуяривать эти самые кейсики, ребята. Так, P90 модуль, едем дальше. Едем, едем дальше, смотрим, что тут будет. Ну, охотничий, ну ты-то хоть так. Еще одна стат-трек синичка, это очень даже неплохо. Еще одна стат-трек синичка, это радостно. Давай, давай выдвигаться, давай продвигаться, давай. P90 модуль, модуль Херодуль, он не нужен. Так, смотрим, что у нас глубже, скажем так. Смотрим, что у нас в погружении. Давай погружаемся в кейс. Ни хрена, когти, SSG-08 когти. Так, ломаные ногти. Что там дальше у нас? Что там дальше у нас? Ага, ТЭК-9 Айзек, ребята. Да, видимо, писосное говно сегодня у нас. Ёб твою мать! Габен, ну как так не расчехлить нормального ничего? Офигеть, зато стат-трек синьки до хрена повалилось. 9 из 10. Так, 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 так. Здесь мы тоже не можем ничего сейчас сделать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что же это такое-то, Габен, гибчушечка, гибчанский? Ты совсем охуел, я смотрю. Синьки, ребята, наваливает, просто не стесняется. P250 красный камень, это нам не нужно. Так, здесь мы по синьке не можем, да, проработать с вами? Мы с вами проработать ни здесь не можем, ни здесь. Ну чё, у меня есть только одно предложение сейчас. Мы сейчас сделаем, сделаем, сделаем контракты, кейсы, закупаем еще
6 ключей. Нет, давайте сделаем 4 семерки тактику, еще 7 ключей закупим. Давайте закупим еще 7 ключей и попробуем вздрючить, ребята, вот эти еще кейсы. Если ты еще не поставил лайк, братишка, то надо это сделать. Нас Габен разводит, просто не ленится. Я надеюсь выбить пушки, которые позволят мне, скажем так, сделать контракты. Поэтому я очень сильно этого хочу. Я очень сильно этого хотел бы. Поэтому это нужно сделать, ребята. Посмотрим, что нам выдаст Габен. Давайте вот так. Оба-на! Песчаная буря, ёб твою мать. Песчаная буря, там кейс еще докручивался. Крутим, 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 потом... Оба-на! Почва, ребята, черт побери. Ну что ж такое-то, а, Габен, ты че, блин? И... Оба-на! Райский страж, ребята, блин. Я надеюсь, что мне что-нибудь сейчас бац и нож выпадает какой-нибудь. Это было бы, конечно, эпично. Оба-на! Сержант выпадает, так, хорошо. Но нет, это все синька, ребята, даже стат-трек синички нет. И... Оба-на! Еще одна почва. Да, ребята, и это тоже у нас не работает. Давайте откроем еще два вот этих контейнера. Посмотрим, что лежит внутри них. Может быть, в них нам повезет, ребята. Оба-на! Драконий дуэт, ребята, вообще не пашет. Посмотрите, ну вообще не пашет тактика быстрого открытия, ребята. Да, одна синька. Тут какую бы тактику ты ни использовал, как бы получишь песос, как говорится. Если Габен не хочет, то Габен не хочет. Габен не даст, скажем так, да? Так, ладно, давайте сделаем вот такой вот контрактик. Посмотрим, P2000 дровосек нам выпадает. Это тоже не то, что нам нужно. Здесь мы можем с вами реализовать что-то. Давайте проверим, сможем ли мы реализовать что-то. Да, крафт рыцаря у нас сегодня пошел, ребята. Давай нам рыцарь, Габенчик. Давай нам рыцаря, подгони. P90 треугольник. Эх ты, сука, блейд. Эх ты, сука, блейд. Габен, Габен, гибчушечка, гибчанский. Ай-яй-яй-яй-яй. Розовое мы уже крафтили. Здесь нам не хватает одной из пиписек, ребята, поэтому это очень и очень... А давайте, знаете, еще здесь раз, два, три, давайте еще 6. В пизду, гулять так гулять, ребята, посмотрите, как просто, просто как улетает, смотрите, просто инвентарь улетает, ребята. Гуляем, гуляем по максимуму, как говорится. Так, еще одна синька, да господи, боже мой, я так стараюсь, ребята, так стараюсь, а Габен вообще ничего не выдает. В стиме, по-моему, сломаны кейсы нахуй просто. Их просто взяли и сломали. Это просто пиздец развод какой-то. Так, давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз, маленький. Давай еще... Сука! Еще два, ребята. У нас еще два шанса. Еще два шанса. Еще два шанса! Капрал. Выпал скин, как насрал. Так. Нет, ребята, одна синька. Ну, давайте, претенденты Кёльн 2015. Сколько эта капсула стоит? 2015 год. Это же старье вонючее. Сколько? 220, 235 рублей, ребята. Че, вскроем? 2016. Че, вскроем, ребята? Давайте вскроем. Вдруг нам бомбезный автограф выпадет, который стоит миллиарды долларов. Body! Нет, RPK. RPK нам выпадает, ребята. Колгон 2000. Колгон. Кёльн. Но мне нравится называть его Колгон. В честь чистящего средства. И 72 рубля. И тут, ребята, не повезло. Да ёб твою мать, да что ж ты такое-то делаешь, Габен? Что же ты вытворяешь-то, ёбаный насос? Так, ладно, смотрим. Маг-10 проклятие. Маг-10 проклятие, ребята. Да, и здесь мы уже не сделаем с вами крафты. Хотя я так старался, так старался. Ладно, идем на сайт, дрючим там, поехали. Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на forcedropchick.net. И как я вижу, здесь появился новый кейс. Кейс Дружко Шоу, ребята. Хайпанем. Ну что, давайте попробуем хайпануть. Давайте, мне прям интересно. Здесь, кстати, интересный драгонлор, удар молнии. А, наклейка, корона, хайпанем, что? Немножечко. Да ладно! Хайпанем немножечко. Ёб твою мать. Ну давайте посмотрим, на что способен кейс Дружко Шоу, ребята. Нихуя себе, блядь. Хайпанем немножечко. Хайпанем. Хайпанем. Подождите, мне это нравится. Мне это нравится. Там что, рейты стоят? Фу, блядь, я аж испугался. Я думал, нихуя тут валится гидропоника. Хайпанем, хайпанем. Давай, хайпанем немножечко, блядь. Нихуя себе гидропоника с первого клика выпала. Давайте посмотрим. Здесь довольно интересные девайсы. Там нож красивый, кстати. Может быть, у нас ножик получится. Да хайпанем, блядь. Хайпанем. Я не могу, я когда слышу что-то, мне хочется на это ответить. Ладно, не будем отвечать, давайте просто хайпанем немножечко вот сюда.
Ребята, гидропоника выпала, в принципе. Давайте еще. У нас, в принципе, неплохой такой плюс. У нас очень и очень даже все неплохо идет, поэтому я думаю, что мы хайпанем еще немножечко. Шедевр, нам падает вирус. Да, мне кажется, хватит уже хайповать немножечко, потому что я сейчас баланс начну сливать. Мне прям интересно просто стало, что это за кейс такой. Здесь очень-очень крутые девайсы. Просто нереально крутые девайсы, но хайпануть немножечко. Мы как раз немножечко их хайпанули на гидропонике. Так, ладно, хорошо. Ух ты, тайная подешевела. Ёб твою мать, сколько изменений. Тайная подешевела, ребята. 799 рублей теперь стоит тайная. Может быть, хайпанем на наклеечках немножечко, ребята, с вами. Может быть, 100 трекса видов Кракена. Кстати, он стоит неплохо, неплохих денег. Давайте еще попробуем. Раз тайная стала подешевле, будем открывать дорогое сегодня. А тайная, сейчас перейдем в другое. Надо еще розовенькое открыть. Но у нас есть уже гидропоника, ребята, с вами. Поэтому в... 100 трек Меха Индустрис! What the fuck, man? Вот это я понимаю. Сколько нож сейчас стоит? 6999. Да совсем, блядь, охуели, что ли? Так, подождите. Так, давайте еще хайпанем немножечко. Давайте еще попробуем, ребята. Может быть, на ножевой накопим? Я уже в плюсе, в принципе, я рад. Очень редко такое случается у меня в последнее время. Но, тем не менее, неплохо. Неплохо, ребят. Давайте еще раз попробуем. Потом продадим, Мека Индустрис и пойдем дальше, как мне кажется. Да, аук-хамелеон нам выпадает, аук-хамелеон это говно, аук-хамелеон нас не устраивает. Идем вот сюда, продаем Меку Индустрис, она нам абсолютно не нужна. Она нам абсолютно не нужна, и двигаемся мы в направлении с вами. Хайпанем немножечко, потом наклеечки, а потом еще что-нибудь. Потом, может быть, коллекцию какую-нибудь вскроем. Я сегодня потерял десерт игл, скажем так, на крафте рыцаря. И, соответственно, так вот сюда бы, ну, перекатился бы, ну, чуть-чуть. Же надо было бы совсем чуть-чуть перекатиться, ребята. Но чуть-чуть переката у нас не получилось. Ладно, давайте побьемся за случайные наклейки. Посмотрим, что у нас в случайных наклейках. Я хочу вой наклейку, пожалуйста, мне. Пожалуйста, мне вой откиньте. Но нет, нам выпадает рект голографическая 201 рубль. Давайте пробовать дальше. Главное действовать, главное напористость, скажем так, погружение плотное. Вакта! О, тарататашечки, моя ты маленькая. Как ты была близко. Как ты была близко, ласкала мини-киска. Из глаз летели искры. Извините. Повелитель лезвия, хуезвия. Повелитель лезвия. Нахуй, мне не нужен повелитель лезвия, ребята. Идем вот сюда, идем в Cobblestone откроем. Потом опять переходим в тайное, ребята. Я потерял сегодня десерт Eagle пищаль. К сожалению, не наследие, да, пищаль. И, соответственно, ой, тарататошечки, как это было близко, ребята. Как же это было близко. Ладно, ладно, давайте, раз у нас скидка на тайное, давайте подрючим тайное. Дружком мы подрючили. А, неправильно выразился. Значит, так, хорошо. Хорошо, выпадает, окупает нам. Идем, да, сегодня очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Габен почему-то охуевшим остается. Как оставался охуевшим, таким и остается охуевшим. Ой, посмотрите, ребята, как мне пропирает просто тайное, ребята. Просто в тайном залипли. Давайте, пока дрючится тайное, будем его выдрючивать, скажем так. Пока не выпадет что-то... А, да ебаный насос, как меня достал этот золотой карп. Как меня достал этот золотой карп. Боже ты мой. Ребят, неплохо. Плюс, 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 плюс. Так. Да ну нахуй! Я не верю в это, блядь. Вы посмотрите, что творится. Просто посмотрите, что творится, ребята. Я открываю тайное со скидкой. И посмотрите, выпадает... Ага, понятно. Так, еще раз давай. Еще раз давай. Будем дрючить тайное. В тайном сегодня либо рейты какие-то стоят, я хуй его знает, как это еще описать, либо что-то еще. Но тайное сегодня просто прокручивается замечательно. Замечательно. Охуенно! Вот это вот я оставлю. Это мне нравится. Я думал, что я просто отсосу пенис на самом деле, потому что я продал такой дорогой пред... Так, нахуй. Это мне нравится. 6600. Ай, в пизду нахуй! Давай, блядь! Раз уж рейты стоят, может, на ножик у меня встанет сегодня? Может, у меня на ножик сегодня встанет? Давай! Давай, топовый мне, но... Киски любят риски.
Фиски любят риски. Это, кстати, у меня такого не было ножа вороненой стали. Блять, идиот, у меня в коллекции его нет. У меня в коллекции он не стоит. Нет! Нет! Ёбаный пыльник! Я потерял все, что... Идем вот сюда, нахуй. Я мог забрать охуенный нож, а получил говнож. Понимаете, в чем дело? Я мог забрать охуенный нож, а получил говнож, ребята. И все, и посмотрите, все, удача вся пропала, она исчезла, она испарилась. Сука, блядь. Сука, блядь, что же я наделал? О. Все, в пизду. Я это все забираю, ребята, оформляю и осматриваю в Counter-Strike. Я расстроен, нахуй. Я недоволен. Я мог забрать нож, которого у меня не было в коллекции, вы понимаете? Я мог пополнить свою удивительную, уникальную, невероятную коллекцию просто идеальным, красивеньким, хорошим, любименьким, сочненьким, новеньким. Нож... Ты, блядь, работать будешь? Давай, блядь, трейд-оффер, давай. Вот, хорошо. Вы понимаете, ребята, да, насколько песос у меня как бы уменьшился сразу, как только я заглянул в этот ножевой кейс, как только я пронырнул в него, скажем так, начал открывать. Вот, сука, жадность до чего доводит. Я всегда останавливаюсь вовремя. Если видишь, что вот ты чувствуешь, нужно остановиться, нужно забрать, остановиться, понимаете? Нужно прочувствовать момент. Момент, это самое важное, когда ты занимаешься такими делами. Момент, ты должен понимать, что, блядь, все, вот не прет. Все, нужно остановиться, братишка. Все, перестань, не делай этого. И на нахуй, блядь. Вот так и знал, ребят, что такое случается. Так и знал, что такое случается. Давай, блядь, давай. Давай, выдавай мне предмет. Бля, как меня эти стима лаги достали, на самом деле. И тут самое главное, что это лагает Steam. Потому что я много раз проверял, когда какие-то проблемы с ожиданием, с долгим, например. Заходишь на сайт специальный, проверяешь Steam трейды, и они реально там висят. Это прям бомбит, меня тоже раздражает, тоже бомбит. Надо меньше бомбить, короче, надо меньше бомбить, нужно успокоиться, наслаждаться, скажем. Ну, нож мы в любом случае с вами выбили. Но, к сожалению, я мог забрать значительно больше, чем забрал в итоге, ребята. Так, подождите, теперь мне нужно сделать... Не так, вот теперь мне нужно вот так вот отключить, вот так вот включить. И тут мы смотрим, нам выпадают песосочки, и это складной нож-пыльник. Кстати, довольно неплохой такой оранжевый, весь ржавый, поеботистый нож. Но, тем не менее, друзья, сегодня мы сочно с вами посидели, поэтому не забывай поставить лайк, от лайков растут песосы. Сегодня я раскошелился на кейсы. Блять, это был пиздец, конечно, потерял нож. Но, тем не менее, как есть, так есть, в любом случае, это в плюс. С вами был Шумору, увидимся на новом видео, всем пока и до новых встреч, друзья.